Что, друзья, всем привет! Иду на границу с Россией, и сейчас с Женьком поедем в Питер мутить с вами сходочку и зарубу со Столяровым Алексеем. Вчера мы перегнали туда машину в Россию, чтобы не париться сегодня, и в 6 утра уже я проснулся сегодня, и вот сейчас 7, иду в Россию. Ну а что, ребят, мы первый раз едем на своей машине, через часика 2-3 где-то примерно приедем. Капец, у вас тут дорожка, ребят, это просто ямы просто везде, на каждый там метр по 10 ям. Дорога, дорога, ни мало, ни много. Ну что, мы почти что приехали в Питер, мы доехали за 1.5 часа, то есть довольно-таки быстро получилось, и еще мы не спали всю ночь, наверное, 4 часа поспали всего лишь, потому что мы прям поздно вечером перегоняли, ну можно сказать, ночью перегоняли машину в Россию, чтобы вот приехать сегодня к вам. Ты рассказал историю? Да, какую? Про военного, который больше не будет мыть руку, поздороваться, который с тобой. Братан, короче, если смотришь, вот, привет тебе. Вчера идем такие. Становись быстренько полковником ФСБ и будем бабки мутить. Я тебе говорю, есть рабочие схемы. Вот, и короче, едем такие в Вангород. И, ну, такие, останавливаемся у погранпоста, короче. Пограничник проверяет документы, такой отходит уже и такой оборачивается. Типа, я говорю, Женька, вон узнал, походу. Блин, потом обратно пешком уже идем, ну, обратно уже с Ивангорода в Нарву, когда перегнали машину. Он такой обратно навстречу к нам приходит, там такой как бы туннель идет, ну, после границы, и он навстречу к нам идет. Походу увидел по камерам, что мы идем. Вот, и подходит такой, типа, о, блин, привет, я твой фанат, типа, красава, не ожидал тебя тут увидеть. Вот, ну, приятно, ребят, такие моменты приятны. Озвучивать, потому что надо было самому-то. Вставил бы звук просто какой-нибудь, и все. А вот и те трассы, по которым гонщики вот гоняют. Любители. Женек тоже у нас любит гонять, поэтому ему сейчас кайфово. Известный питерский мост. Красивенько тут. Мы поняли, что в Питере повернуть просто так невозможно. Мы стоим на повороте уже, короче, 30 секунд, и еще будем 30 секунд стоять, потому что машины бесконечные оттуда едут. Ура! Мы приехали. Все, вот там ваш парк. Сейчас пойдем куда-нибудь гулять. Еще рано. За 2.5 часа приехали до начала. Вот, поэтому сейчас Лехе позвоним. Ну что, мы пришли. Вот эта площадка известная питерская. О, здорово, братишка, здорово. Я смотрю. Красавчик, красавчик, брат. Года. Да? Да. Два года парень смотрит. Нет, один, да, получается? Я в 2016-м запустил канал, значит, один. Капец, не верю, то, что тебе средний. Красавчик вообще. Ну, сейчас будет жестко. Сейчас еще Столяров приедет. Женек унижает тут всяких людей. Молодец. Люди собираются уже, Столярова пока что нету, а Женек тут развлекает публику. Какое упражнение за последовательность? Подписчик учит Женька, как качать банки. Да, именно так. Во, вы зацените это. Вы просто зацените это. Как тебя зовут? Здорово, братан. Взаимно. Да, конечно, мы в стороночку. Здорово, мужики. Банда на банду. Здорово, ребят. Всем привет. 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 Еще виделись, привет. Кого не видели, со всеми здоровые, со всеми. Привет. 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 Во, сейчас народу много. Красиво. Вот, отжимания. Вот так. Сколько ты, 40 сделал? 30. Что там дальше? Руся, сколько? I said you better watch what you're doing. Cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type. Друзья, вот мы на сходке, сходка закончилась. Ну, почти закончилась. Мы тут просто бомбили, унижали. Турники, брусья, все. И вот смотрите, интересный подписчик пришел. Саид зовут, и сейчас он покажет вам крутые трюки, акробатику, там сальто и всякая шмальта, да, всякие все крутые штуки. Я. Давайте полетели. Ну,
Берешь людей? На одном чисто. Не, людей не трогай. Давай просто сальто назад. Сальто вперед, ребят. Хорош. Больше шансов, да, воткнулся в фокус. Ребят, короче, фокус. Давай. Смотри, сверху. Снизу, да? Мы немножко перемешаем. Щелкнем, сверху будет тут держи. Теперь попрошу тебя остановить любой момент. Стоп. Стоп здесь, да? Ядреть. Два туза, ребят. Че, еще туз третий? Сейчас вылезем. Подожди. Останови. Стоп. Здесь, да? Что здесь? Десятка. Десятка, да? Следующая карта. Офигеть. Три туза. Как он это делает вообще? Это пипец. Три туза вытащил. Не глядя как-то. И последний. О! Ну блин, это невозможно. Я не понимаю, как так можно вообще. Фокусы просто от души. Красавчик. Что, друзья, едем обратно в Эстонию по абсолютно какой-то противной, поганой дороге. Вот. Так что спасибо за внимание, ребят. На этом заканчиваем вложик. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на нас. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Офигенная дорога просто. Тут на тракторе ездить надо.